Смерть на пешеходном переходе. 25 августа в Шуе из-за наезда большегруза погибла пожилая женщина. Водитель, управляя грузовым автомобилем с прицепом Scania G400, сбил 62-летнюю пенсионерку. От полученных травм спустя несколько часов она скончалась в Шуйской ЦРБ. Водитель был трезв. Изучив видео с регистратора одного из очевидцев, сотрудники полиции сделали вывод, что женщина двигалась на красный сигнал светофора. Предположительно, она не заметила запрещающий сигнал за большегрузом, который остановился прямо на зебре, и начала переходить дорогу. Водитель фуры, в свою очередь, не убедился, что на проезжей части нет пешеходов. В отношении автомобилиста составлен административный материал. По факту происшествия сейчас проводится проверка. Дело в том, что грузовой автомобиль высокий, и бабушка переходила дорогу вплотную к транспортному средству. Так как водитель в кабине расположен довольно высоко, естественно, он не убедился, что прямо непосредственно перед автомобилем никто не переходит дорогу, и не заметил.